Если ты хочешь попробовать Warface, то воспользуйся ссылкой в описании. С самого начала ты можешь выбить крутой приз из рулетки, а также получишь комплект могучих магма-шлемов и не менее могучих магма-пушек. С таким набором нагибать тебе точно понравится. Добро пожаловать в Warface, братишка! Однажды один ебутентий сумел весьма неплохо сыграть на нуба-лигах RM Warface. Это было изи, детка. За это он был, кстати, неожиданно хорошо вознагражден. Да ну нафиг! Древняя мудрость гласит, что дареному коню в жопу не смотрят. Однако Ракутагин слишком близко воспринял эту мудрость и вдруг посчитал, что ЕБР стала годной пушкой. Это и было его роковой ошибкой. То есть, господин Ебутешка, вы настолько отморожены, что решили устроить Headhunter с этим недоразумением? А почему бы и нет? Почему бы и нет? Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги. С вами Мортин, капитан Очевидность и отличненький анекдот. Анекдот такой. Анекдот злободневный. Теперь каждый вечер после просмотра новостей, перед сном, чтобы хоть как-то успокоиться, я смотрю фильм ужасов. Да? Headshot, baby, you got owned. Да. С почином, рачина. Благодарю, Нарина. Так, стой, сука, стой, стой. Да. Это здесь был? О, сочненько, блин. Хедшот, малыш. Сука, так сочненько, прямо вот эти звуки, эти касочки. Вот так вот, деточка, да. Я хочу вечно так жить, сука. Вот он, сок жизни. Ой-ой-ой, давай еще. Давай. О, да. Это... Да ну, блин, ты опять, сука, все портишь, не надо так делать. Есть, давай еще. По-любому же кто-то вылезет, я уверен. Во. Что-то было или показалось? Во, да, девочка моя сисястая. Ой-ой-ой, сексуально-то как, давай. Давай еще, пожалуйста. Пожалуйста, будьте добры. Так, опять ты побежал. Пошел вон, там не ходи, понял? Этот снайпер меня, блин, контрит постоянно. Ты, сука, меня специально напрягает, что ли? Во, сисястенькая, давай. Ой, сексуальненькая. Да ну, блин, ты задолбал, Леша. Леша. Классическая мина. Да, классическая. Мина очень хорошая, поверьте мне. Я не знаю почему, но с самого зарождения Headshot, детка, Warface, эта мина работает. Да. Ну пожалуйста, ну ты мог бы прямо побежать, зачем ты так делал? Давай, девочка, пожалуйста, моя сладенькая. Сисятенькая, давай. Сисечка, я тебя люблю. Давай. Так, вроде никого. Ладно, мина стоит, все будет нормально. Давай, сисятенькая, ну пожалуйста. Ну блин, уходит, сука. Рачок в собственном соку с хрустящей корочкой готов. Да, минка сработала. С 2014 года она работает безотказно. Ну, должен заметить, Ракутагин, результаты, прямо скажем, не самые впечатляющие. Не буду отрицать, но это был Headhunter, стреляли только в голову, и в качестве разминки клешни, мне кажется, это было весьма неплохо. В любом случае, друзья, сейчас отправимся, так сказать, на серьезный тест, отправимся на рейтинговые матчи, и хорошенечко там понагибаем. Как вы помните, друзья, иногда Ракутагин путает слова. Не понагибаем, а понагибаемся. Команда Ракутагина настолько сурова, что ей даже не нужны медики. Не говори, по-любому именно так. Как всегда, в нашей игре на соло РМ все снайперы, штурмовики, инженеры. Никто, правда, стрелять не умеет, но, блин, как бы... Молодец. Инженер, с бомбой наверх.
Я уже чувствую, это будет просто катка века. Стратегии опенкаперские пошли. Все, давай. Это 10-я лига фейсета, я сразу вижу. Или какая там, 21-я лига фейсета. Да. Давай, давай. Вперед, пацаны. Молодцы, бомбу ставим. Хоть что-то мы умеем. Молодцы. Все-таки это был очень тонкий ход. Блин. Ну, блин, ну не надо было, ну выходи. Почему противники, сука, у меня всегда не такие, как мои союзники? Че это вот за балансы такие? Если союзники, как бы, 21-я лига фейсета, то и противники должны быть. А тут все, сука, наоборот получается. Противники стреляют, у них медики есть. Они ресуют эти медики. У нас инженеры, которые с бомбы наверх идут. А потом у нас будут медики. 4 штуки в команде. Ни один из которых не ресает. О, бля. А у нас, в принципе, вообще никого в команде. Хедшот, детка, не будет скоро. Ладно. Давай, давай. Вот так. Давай, дед. Да, хреново. И вновь инженер с бомбой рвется в горы. Ну, конечно. А чё, где ему еще быть? Только наверх. Это, вот, я не знаю. Какая, знаете, вот, я заметил, что на соло... Ой. На соло РМ это вообще такая общепризнанная тактика. С бомбой наверх ходить. Это общепризнанная тактика, как бы, вот, обязательно. Если у тебя никто не идет с бомбой наверх, значит, ты не играешь соло РМ. Это очень нехорошо, должен заметить. Вот так. Но ничего, бомба теперь у меня. Бля, я один остался! Пацаны, ну как вы так сливаете это за 2 секунды? Ну, пожалуйста, ну не надо. Мама, нет, сука, вот это... Не вовремя. Спину, как всегда, никто не смотрит. Ага, и со спины уже стреляют. Отлично. Отлично. А вот это просто хорошо. Это хорошо. Так. Пацаны, вы опять сидели, что ли? Пусти! Я хуй его знает. Какие мысли, Ракутаген? Какие нахрен мысли, Кэп? Сейчас какой-нибудь пиксель найду и буду там сидеть. Все, у меня никаких мыслей нету. Все, мои предложения и идеи закончились. Ой. Вот так вот. Вот так. Ну хоть какая-то польза должна быть от этой ЕБР. Давай, давай. Не, ну на самом деле от ЕБР больше пользы, чем от моих союзников. Ребят, ну как-то соберитесь, пожалуйста. Просто хотя бы вместе ходите. Так, хотя бы мозголом будет. Да. Зачем мне? Ну будь человеком. Отдай тиммейтам плен. Ни хрена я им не отдам. Я вообще хочу, чтобы мои противники и мои союзники местами поменялись. Готов. Не, если наши не будут тупить... Не, наши будут тупить, я понял, типичный все нормально. Типичный сет, левую кнопку зажал и побежал. Да, есть такое, как бы. Ну, таков стиль. Пусть только выйдут. Пусть их трое, это ничего страшного. Есть это мнение, мило, что твой тиммейт, как бы это правильно сказать, слегка проебал перетяг противников на другой плен. Бля, кстати, точно. А как он умудрился, сука, он прям под ними был? Так, я хер его знаю, что мне делать. Куда же, сука, он заныкался, а? Братан, дефьюз. Да. Это же пень. Мне кажется, надо поднажать. Мне кажется, это жопа. Бомба взята. Медика у нас так и не появилось, да? Это хорошо. Молодцы, пацаны. Граната пошла. Как всегда, у нас один персонаж отдельно рашит вверх. Молодец, тоже гений. А как же ЕБР? Какая в жопу ебу? Я пошел она в жопу, эта ебар, сука. Я эту хрень больше в жизни не возьму. Хрень косая. Все, сука, вот я... Это... Да куда тебе? Иди отсюда. Я дождусь кинетика. Ваши жопы будут полыхать. Я его куплю и из рук не выпущу. Вот так, детка. Там... Дабл килл, а там вообще минус 5 будет. Вот увидите. И стак соберу на РМ. Из репл со всех возьму.
Он мне за все поплатит. Отдыхай. Задолбали эти унижения, сука. Я хочу, чтобы наши разработчики, кто-то заставил их просто вот целую неделю, 24 часа, чтобы они гоняли с ОЛРМ. С ЕБРом. Блять, патроны. Прочно! И прочно, блин! В общем, друзья, это было здорово. Очень здорово. Мне понравилось. ЕБР неплох, в принципе, неплох. Если... В общем, я не знаю где, на ПВЕ вот самый раз будет. Но в любом случае, если данное видео вам понравилось, по каким-то причинам, ну вдруг, то ставьте лайки, по желанию, как хотите. Яйки чешите. Это, ну, понимаете, это обязательно, без этого просто никуда, как без ЕБРа, да. Вступайте в нашу армию, нагибайте всех, и мы увидимся с вами.